Чудеса. Алма-Ата в первый же день порадовала радугой в горах. Видно. Надеюсь, вы увидите. Дождь прошел, горы проясняются. Но радуга, конечно, яркая. Чудеса. Обязательно схожу в горы. Завтра встреча с мастером Нарбековым в клубе мастеров. Посмотрим, что будет интересного. Как говорится, в панда кунг-фу. Ну, я, конечно, не мастер. Ну, интересно точно будет. Главное, полезно. Посмотрим. Ну что, купаемся, загораем и мечтаем о горах. Ну и о встрече завтра с Нарбековым. Да, жизнь прекрасна. Казахстан, Астана, Караганды, озеро Балхаш, Алма-Ата. Ну, пока так. Дальше будет, надеюсь, Узбекистан, Бухара, Самарканд, а потом Грузия, а потом и домой. Посмотрим. Вот такое неожиданное путешествие, как назывался такой фильм про хоббита. Неожиданное путешествие. Удивительно. Всегда так судьба складывается как-то неожиданно. Все ярко, когда решаешься на что-то, то происходят просто чудеса. А, горы. Это прекрасно.